Причем галимое это. Без сахара. Невкусное. Так, как нам доехать до Авениды? Направляйтесь вот на юго-восток. 7 Затем минут. Поверните налево. Включаем узончик. Поверните налево. Затем поверните налево. Направляйтесь на юго-запад. Затем поверните направо. Доброе. Шей, очень шей. Ну, плюс в этом всем, что ехать где-то опять на окраину зоны. Может, заказа уже и оттуда и не будет. Можно будет домой ехать. Я заметил, что эта программа Glover прям очень сильно подхалывает батарею. Пока она висит в фоновом режиме, плюс навигатор, плюс я еще там по Фейсбуку там могу как-то лазить. Ну, много в фоновом режиме висит, а когда у меня еще и Uber, то прямо умирает батарея. Надо будет купить себе нормальный навигатор. И будет нормально. Или нормальный телефон. Тоже не помешает. А в Авениде Познань. Вот это ж наш вокзал. Тут всегда прямо очень людно. Сейчас пустота. Один бедный таксист стоит. Кого-то ожидает. Красиво, когда пустой город. Ну, видите, международные автобусики ездят. Пустые, правда? Или, может, это по Польше катает? Затем плавный поворот направо. Так, приехали, одеваем-ка амуницию. Так, припарковался, блин, мест для парковки нету. Что у нас, где у нас вверх-вниз? Погнали. Готово. Готово. Интересно, получится сегодня отсидеться?
дома или таки придется покататься. Нажимаем в программе то, что списать оплату. И все, ждем следующий заказ. Сейчас я посмотрю, где я. Во, я вот так сравнительно на окраине зоны. Если минут за 5 не придет заказ, то поеду домой. Буду сидеть дома. Мы в подполе, как ты хлопец бал. Накачил на горе рай. Шукай, вот знаки нас воспая правый рай. Шукай, я слышу на теплой чары рай. Давай, дружно ты сирай свой воле. А дома меня ждут дыроны. Вот такие вкусные и вот вообще. И вы представляете, что их может кто-то назвать драники. Не, не драники. Боже, паршиво. Поляки называют пляски. Как раз закончился бронированный час на Glovo и пришел заказ на Uber. Так что поедем сейчас еще сделаем. Может попробую сегодня на Uber даже соточку добить. Чтобы где-то соточку там и 150 где-то на втором приложении. Десять минут ехать до клиента. О, это не до клиента, это чтобы забрать продукт. Далековато.
Надо будет помыть как-то машину. Что-то уже она завезенная. Забрал заказ. Приехал прямо отвозить, прямо под самый аэропорт. Чтобы вы понимали, это 400 метров от Макдональдса. Кто-то заказал доставку. Там лес, там аэропорт. И написал человек то, что подходит будет через 3 минуты. Откуда он идет и почему он, если сюда эти 3 минуты не дошел до Макдональдса? Это странно. Ну окей, подождем. Даже интересно, откуда он выйдет. Тут толком-то и выходить нет откуда. На точках прямо здесь, что сюда довезти. Там кто-то сзади аварийка мигает. Навряд ли он. Габариты на всякий случай включим. День добрый. Хорошо. Собак? Я. И напы. Теперь варзал. Да, сейчас там дует за ней. Курчачки и гильдицы с маэстро. А ты это не знаю, то в Макдональдсе тоже запаковано. То и не ганема. Можем почекать хвилька? Да. Ага, вот это типа gratis, по просто это справить. Я не знаю. То такие опакованные в Макдональдсе. Ну ладно. Человек еще наехал, что чего-то нету. Потом раздуплился, что оно все есть. Так, все, значит, у меня 5 минут до работы в Uber. Ой, в этом, в Glovo. А я возле аэропорта, а это не зона Glovo. А мне, чтобы получать гарантию, нужно обязательно, чтобы я был в зоне. Интересно, я вот это тут выйду вообще или нет. Все, на Uber закончил кататься, на Glovo смена началась, как раз приехал домой. И если ближайших, получается, минут 40 не будет заказа, то на сегодня наш день будет окончен и сможем подвести итоги. А если появится еще какой-то заказ, то придется еще куда-то мотнуться, съездить. Ну вот, на этом, наверное, и все. 22:00. Смена на Glovo закончилась. И пока насчитано у нас 138, пока насчитали. И всего 1046 на Glovo. На Uber я зашел в сеть. Может быть, появится еще какой-то заказ. Но если их не будет, то 884. И плюс мы помним, вчера было еще ж 17 чая. Поэтому всего за 5 дней получается вот столько. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. У нас впереди еще много-много интересного. Мы на Каприке мотнемся с вами на море, на Балтийское. Мы съездим в горы, потом к концу лета я собираюсь этот два пыжика продать и возьму себе Audi TT-шку, на ней немножко полетаем. Короче, будет много интересного, я надеюсь, что канал будет развиваться, но без вашей поддержки мне никуда. Поэтому останови все, нажми кнопочку подписаться, будет все круто. Пока!